Василий Фетисов. Письмо. Мы бродили лесами щедрой нашей земли. Землянику искали, а землянку нашли. Над землянкой на бревнах холм песчаный навис. 5 ступенек неровных спускаются вниз. И когда мы сходили в темноту под уклон, из-под ног покатился небольшой медальон. В нем записка солдата, желтоватый листок, без фамилии и даты, людям несколько строк. Я последний остался, заперт, выхода нет. Да фашистам не сдамся, вам, живые, привет. Мы молчали недвижно в честь героя-бойца. В тишине было слышно, как стучали сердца. Из землянки холодной, где нашли медальон, как в поклоне глубоком выходили в наклон. И никак не поверить, что того уже нет, кто в бою перед смертью шлет народу привет. Вышли, листья колышут, желтый солнечный свет. Мы шагаем и слышим: вам, живые, привет!